Шведская палата, шведская стена – эти архитектурные достопримечательности Тобольска 300 лет назад возвели пленные из армии Карла XII. У их соотечественников есть желание оставить здесь шведский след и в нынешнем веке. 30 шведских компаний работают в России, все они настроены продвигаться от столицы в Сибири на восток. Эту дорогу им прокладывают дипломаты, поэтому посол сегодня на Тобольской ТЭЦ. Это подразделение компании «Фортум». Среди его учредителей – шведские бизнесмены. Четвертую часть тепла и электроэнергии станция поставляет городу и на объекты нефтехимии. Все остальное в общую энергосистему страны. Модернизация, завершившаяся здесь в 2011 году, проводилась согласно европейским нормам. Выбросы стали меньше, экономия, значит, выбросов по СО2 снизилась несколько раз, можно цифры дополнительно привести. Поэтому то оборудование, которое мы используем, оно уже считается европейским, евростандарт. В составе шведской делегации руководители 13 компаний. В основном те, кто развивают энергосберегающие технологии. Интерес к Тобольске, Тюмень, это то, что мы понимаем, один из самых развитых регионов в России на самом деле. Рейтинг очень высокий для инвесторов. Привлекли интересы наши компании на самом деле. И поэтому посольство решили в этот раз поехать к вам. 17% промышленного потенциала Тюменской области сосредоточено в Тобольске. Шведы готовы закрепиться здесь. Предложений много, от туризма до переработки отходов. Они участвуют, как было сказано, вот в проектах, где создаются системы администрирования систем утилизации, сбора, утилизации бытовых отходов в целях выработки энергии. В Тюменском регионе шведы активно продвигают высокие технологии, которые год от года помогают снижать использование углеводородного сырья. Швеция, кстати, очень хорошо поставлена на рельсы именно деревообработка, глубокая деревообработка. А у нас позволяют наши сегодня лесные массивы этим заниматься. И здесь есть чему, в чем посотрудничать. Общая история дала повод возобновить российско-шведский диалог в Тюменском регионе. Сейчас готовится соглашение о побратимстве с одним из шведских городов. Ольга Куричко, Михаил Куричко, Сипинформбюро.